Предварительное голосование или так называемый праймериз пройдет в онлайн-режиме с 24 по 30 мая, включительно на сайте электронного предварительного голосования. Для того, чтобы оставить свой голос, необходимо пройти авторизацию через госуслуги. Система автоматически определит избирательный округ и сформирует личный кабинет. Именно в нем будут доступны бюллетени для голосования. Сделать выбор могут все ульяновцы старше 18 лет. В первую очередь, это мое право, которым я должна воспользоваться. И сегодня, как только я проснулась, взяла в руки телефон и сразу проголосовала. И с ребятами мы как бы в рамках молодежного избирательного штаба уже тоже все проголосовали, потому что считаем в первую очередь это важным. Важным для Ульяновской области, для Единой России, для всей страны в целом. Единая Россия проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет. Участие в праймерис является обязательным для выдвижения от партии. Это мои первые выборы, мне сейчас 18 лет. И достаточно интересно и удобно. Я хоть и раньше ходил на выборы чисто с моими родителями, но для меня это впервые, и я рад, что смог впервые попасть на выборы именно в таком формате. Итоги голосования будут подведены в начале лета. Окончательные списки кандидатов озвучат 19 июня на съезде партии. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.